сожалению, нас уже наша собачка выгнали практически со всех продуктовых магазинов. Сегодня мы купили вот такую сумочку. Посмотрите на этого мальчика перепуганного. Он не хочет быть в какой-то сумке. Он привык быть на ручках. А тут вот посадили его, бедного мальчика. Ну, у нас нет выхода, потому что на улице я его не оставлю. Он очень маленький. Постоянно подходят, говорят, какой гарний песик. Нет, не так, как говорят. Який ладний песик. Да. Можна поласкати? Да. И так каждый день, постоянно. Поэтому на улице я его точно не оставлю. Поэтому придется... О, боже, какие глазки! О, посмотрите на это. Но мы будем только именно, когда заходить в магазин, будем его брать на ручки. Вернее, засовывать в сумочку. Так он у нас на поводочке, на свободе, на ручках, как ему хочется. Вот момент магазина. Придется. Помнишь, как магазин называется? В какой? Где мы купили? Да. Нет. Это уже нет. Жаль. Ну, вот такая сумочка. Мы взяли как раз за его размерчик. Он 1,7 кг весит. Были сумочки побольше, но она, конечно, она огромная. А это как раз будет, она не тяжелая, как раз, чтобы он там особо не гулял по ней. Кокос легче, чем эта сумка. Вернее, кокос тяжелее, чем эта сумка. А вместе, ну так, нормально. Ну, замечательно. Потому что в магазин ходить нужно.